Ну, вообще похуй, походу. Пойдем, пока нас фаерик не перерубал, блядь. А мы с вами заходить? Да, все заходим, охраняя... Венами? И бегу в стрельбу. Дим, расставь их по этому, по месту, нормально. Сейчас я вас расставляю. Так, кто здесь самый... Самый такой? А у нас так, уже две машины Урич пропали. Около входа. Урич около входа, вставай. У нас две машины пропали. Какого хуя тут ВВС с ним делает? Джозеф, иди танцуй. Вон в тот угол, вон в тот угол, в дальний. Руби, я вас не знаю. Какой именно угол? Он туда, куда иду я? Да, да, да. Ага, понял. А можно а тут как-то оформить мейера на номер? Подожди, ну тихо. Подожди, не надо этого делать, не надо, не надо. Ну чисто в теории. Чисто в теории это возможно? Чисто в теории возможно. Вы даже не увидите этого. Сейчас, подожди. И сейчас такой Тимурка тоже там денег начинает подкидывать. Давай так, давайте так, если они не уезжают, то мы даем задание. Он слудит или нет? Скажи, если они не съебут, мы сейчас дэвилишу выпустим. Так, смотри, он ушел. Ну что, это ДМЗ, это в инте, это ДМЗЗ 300, ну ладно, посижу. По нимке встаньте, все, кто по постам стоит. Дим, давай поедем. Мы сыграем. А, мы вот тут, тогда все нормально, тогда все нормально. Куда Урич делся, я не понимаю. 14-я анимка, ребятки. И Урич возле этого входа стоит. Так возле входа, внутри Урич стоит. Ребят, вы делаете себе скрины? Дим, сними щил, пожалуйста. А я под прабстом можно, в принципе, скрином вырезать. А, блин, чат же видно будет. Я на камхансе полетаю. Можно дэмить за помеху? Если он помеху создает, можно дэмить его? Да, сними лучше. Если тут будет мешать, прям, то можешь.